Ах, белый. Белый. Не видно. Что, подошли? Здесь главное действующее лицо, самая многочисленная птица, которая отдыхает на Агмоне, не только отдыхает, как я уже говорила, некоторые остаются на зиму, а некоторые просто поселились, понравились им здесь у нас и живут здесь. Птица крупная, кстати, древняя, одна из древнейших водоплавающих. Первые журавли видели наверняка еще и динозавров, потому что 60-80 миллионов лет тому назад, пока динозавры еще обитали землю, уже журавли где-то между ними начали летать. Прилетает из Азии, из Европы, из европейской части России. Стало быть, российские журавли тут тоже с приветом отдыхают. Птицы, вот мы часто упоминаем лебединую верность, но лебедей здесь нету, поэтому мы сейчас про журавлиную верность поговорим. Птица выбирает себе пару, как правило, один раз на всю жизнь. И пара не, партнеров не меняет. Впрочем, разводы у журавлей бывают. В тех случаях, когда